Грандиозным концертом в Душанбе завершилось празднование Дня независимости Таджикистана. На сцену на площади возле водопада столичного Наврузгоха вышли звезды таджикской эстрады. Это большое событие, и сегодня, в этот дополнительный выходной, праздничный день, проходят различные массовые гуляния, ярмарки и выставки. Мы с семьей пришли на концерт. Поздравляю всех с праздником. Постановление и заявление о государственной независимости Республики Таджикистан приняли 9 сентября 1991 года на заседании Верховного Совета. Так на политической карте мира появилось независимое и суверенное государство Таджикистан.